сейчас все получается хорошо. Просто потихонечку перекатываемся, потихонечку прыгаем. Спешить вообще некуда, если что. Зацепился чуть-чуть. Окей. Как же пикуника лагает. Ужас. Рисковый молодой овал. Кстати, неплохо. Повезло. Я все равно фигню сделал, конечно. Ну и ладно. Нет! Серьезно? Жесть. Так, идем делать знаменитое страшное пугало без лица. Ну уж когда пугало есть лицо, это вообще не пугает птиц. Они такие ха-ха, пугало. А это уже чем-то дает, когда лица нет. Это хоррором. Yeah.
Ем. Эти счастливые лица. Okay, thank you for good luck. Oh. I hope this attempt will be more or less successful. Снова получился какой-то намек на быстрый пролет. Я все равно не верю в то, что я могу. А, ну я уже в любом случае ничего не могу здесь делать. Просто подождем. И... блин, круто. Плюс 10? Плюс... минус... а. Не плюс, а минус. Минус 9. Огонь! Сейчас можно и кнопки. И масс. Плюс 0 вул. Ладно, пойдет. Как же хочется скипнуть анимацию. Просто жесть. Да, это случилось. Ну ладно. Всякая жизнь случается, да? Кто-то сорвался с пенечка. Я не знаю, чем это продолжить, ладно. Сейчас главное. Оп. Хорошо. Первого раза. Понравилось, понравилось. Это мы такое хотим делать. Зачем я ждал, кстати? Вот здесь понятно зачем. Ну ладно. Результат-то так или иначе нравится.
ничего себе, куда побежал. Молодой. Больной. Sunglasses. Перспективы и успех на этом этапе наблюдаются. Ладно, минус 15. Блин, могло быть минус 15. Напевать песенку и не руинить ее. А это на самом деле и не важно. Поехали смотреть на рандом, так сказать. Ничего себе. Это что, рандом поговорит? Три будет? Ну да, конечно. О,
Ладно, и так пойдет. Да, видимо, в прошлый раз только было 4. Или на самом деле нормально. Я пробил 15 секунд. Так, можно? Нельзя. Ну ладно. Ладно, так тоже сойдет. Да что такое? Ладно. Промыхает. Страшно. Вести опять куда-то полсекунды потерялось. В принципе, какая разница, если мы собираемся выигрывать в минуты. О, ладно. Вот это хорошо получилось. Более-менее. Симпатично, хотя бы. Да, сейчас должно явно получиться лучше, чем фибишки.
Хорошо. Ничего себе, прикольно получилось. О-о-о. Прям двери встал. Вот это прям, конечно, да. Настоящий таймсейв. Ничего себе, 70. Откуда? Копаем. Хорошо. Чуть-чуть времени выкрыли. Красота. Тут ладно, не допрыгну чуть-чуть. Бывает. Ладно. Уровень длинный, еще отыграем. Ну или проиграем. Хз. Сойдет. О, прям краешек встал. Красиво. Thank you.
Детонатор. Злодейски пропрыгаем по головам ради выполнения высшей цели. Это было случайно. Совсем бывает. С нашими футболистами, например. Ах-ха-ха. Так, что? Куда? Черепок. Черепок. Так же все хорошо было. Ладно. Сцена пошла. Поставился в конце диалога, чтобы не триггерить опять диалог с мамой червем. Наверное, то на то и вышло. Да ладно. Так, ладно. Сейчас самое сложное пошло. Начало уже оптимистичное. Не, ладно. Вроде получится. Вроде получается, кстати. Блин, сейчас будет плохо. Ладно. Сойдет. Ну, бедный Эрни. Вообще просто ни за что. И опять нифига не получилось. Ну ладно, кстати, я даже не особо потерял на этом время. Сейчас главное, чтобы Эрни выкинула. Ну, пожалуйста, игра. Что ты там и делаешь? Опять это происходит. Ладно, надо просто помочь. Да, ё-моё. Так, ладно. Ну, есть надежда на лучшее. Это всё? Да нет, прям такое же время получится. Мне кажется. Немножко, ладно. Секунд 5? А, нет. Вот он здесь триггер. Тогда да.
13 секунд съели. Это хорошо. Это приятно. Если он целится в меня, конечно. Вообще жесть. Так, получает, да? Танцуем. Тихо. Все время по нижней, по средней, туда-сюда переключается, потом в последний момент бум, еще наверх как уйма. Момент истины. Место, где можно выиграть просто дофигища времени. Все огонь. Но пока все просто на самом деле. Thank you.
Кат-сцена. Забыл про нее. Финал близок. Финал как никогда близок. О, с первого раза. Красиво. А, мне надо тут выключить. Забыл. Все, нормально. Тут еще появится. Здесь мне этот выключатель. Это пока нормально. Так, здесь мы хотим включить эту штуку, прыгнуть в шахту и поехали. Let's go! Главное, сейчас ничего не перепутать и будет огонь. Пока хорошо. Перепрыгнуть на паровоз. Налево. Нормально. Кат-сцену в игре. Как он считает? Тоже вообще стратки есть, но конкретно сейчас я играю No Major Skips Glitches, которая подразумевает, что типа никаких страток особо играть нельзя, ну, таких глобальных. Так тут вначале можно прям целый уровень пропустить, и в конце можно кучу всего пропустить. А так? Ну, типа просто уверенное прохождение, быстрые передвижения, все такое. Вот. Я думаю, я немножко поиграю, чтобы какое-то более-менее достойное время получить, и дальше буду или Any% играть, который более прикольный, ну, глобальный, я имею в виду, сегодня вряд ли. Вот. Или Any%, или 100%. И там уже есть стратки, пропуски, речи, всякое такое. Должно быть прикольно. Нет? Не дави. О, нормас. По время нужно победить. У меня написан таргетом sub 44, но это уже явно будет на sub 43 игра сейчас. Вот. В принципе,
43 это уже достойно. Конкретного результата нет пока. Ну, чем лучше, тем... Чем меньше, тем лучше, короче. Во. Вот, ну вообще крутым прям временем, наверное, считается где-нибудь уже от sub-43, может даже sub-42. Ну это все так. О! Так, главное сейчас не допустить нелепой погибели. И тогда, в принципе, все будет такой. Вот и погибель. О! Так, она заруинит это sub-43, интересно. Вроде не должно. Что это? Серьезная игра? Игра издевается. Ну ладно. Пофиг уже. Пройдем и пройдем. Нельзя было так в первый раз что ли сделать? Ну, злодей. Пойди вот. Ну, получается, есть куда стремиться, все правильно. Ну, по сути, минуту можно срезать на вот этой последней погоне. Может, чуть поменьше, но таки да. Пакич, привет. Спасибо. Руина, конечно, та еще получилась. Но таки можно хотя бы постить. Спидранком.